В очередь к «Нептуну» люди выстраиваются с самого утра. Новый большой катер на воздушной подушке появился у самарских речников в прошлом году. В отличие от маленьких судов марки «Хивус» вместимостью до 10 пассажиров, «Нептун» может перевести на другой берег более 20 человек. От Самары до Рождественна 6 километров. Это расстояние катер на воздушной подушке может пройти за 15 минут. Разгоняется эта штука до 70 километров в час. Интересно, что сейчас мы не едем по льду, а буквально над ним летим, потому что между корпусом катера и над льдом есть воздух, который сюда нагнетается. Маневренностью и простотой управления такое судно похвастаться не может. Зато проходимостью вполне. С легкостью движется и по льду, и по проталинам. Главное и самое опасное препятствие на пути капитана – рыбаки, которые запросто могут ждать клева прямо на пути следования катера. В кабине управления, на первый взгляд, все как в автомобиле. Но рулить таким судном нужно совершенно иначе. Здесь нет сцепления с дорогой. Тормозов нету. А как тормозить, а? Винтами в другую сторону разворачиваешь винты. Газ вот у меня здесь под рукой, под левой. А педаль как раз винты, заменяя его шага, регулировались. Чтобы они вперед регулировались, лопасти или назад. Катера на воздушных подушках приходят на помощь жителям, когда заканчивается навигация по Волге. В этом сезоне пассажирские суда перестали ходить 31 декабря и вновь появятся в акватории реки только весной. Все это время соединять Волжские берега будут 4 судна. Их расписание уже утвердили. Катера отправляются в рейс каждые 15 минут. Работаем с 6:45 до 19:30. То есть это такой формат в полной мере удовлетворяет потребность населения в транспортных услугах. То есть люди и в утренний пик могут уехать на работу с утра и вечером вернуться домой. Такой показатель, как 1000 человек в день, он как ничто другое красноречиво подтверждает высокую востребованность в перевозках. Очень удобно, очень быстро. Прямо хорошо на подушке, очень удобно. Если у нас часто так подушки будут ходить, это будет прекрасно. Удобно, конечно, быстро, хорошо, тепло, все нормально. На них удобно ездить, лишь бы они ездили вовремя и регулярно. Пассажиры шутят. Главный плюс катеров на воздушных подушках в том, что в пробку такое судно никогда не попадет. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».